Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла в корпус БРД, место 52, к Эле и Малику. Пожалуйста, приходите, звоните, пишите. У них очень поступило много новинок разных. Кофты, жилеты, верхняя одежда. Обязательно обратите внимание. Конечно же, красивые костюмы. И посмотрите, какая нас красотка ждет. Ну, пусть чуть-чуть подождет, пока я визиточку вам покажу. Всех уже с наступающими Новыми годом. Уже начинают покупать блузочки, нарядные костюмчики. И, конечно же, как можно пройти мимо такой красоты, как у Эли. Поэтому спешите, модели очень ограничено. Смотрите, а то Тамара Шик все заберет. Здравствуйте, дорогие наши подписчики, Тамарина и мои. Снова очень рада быть с вами вместе. Всем хорошего... забыла слово. Настроение. Настроение покупок, присмотра желаю. Я прямо готова была задушить Тамару, потому что я ее никак не могла поймать. Ловит, она настолько занята. Дорогие покупатели, подписывайтесь на мой канал. Тамара и Тамарна, конечно. Элма Фэшн, нежный. Я просто перевернула, девочки. Могу сейчас правильно показать. Вот, сейчас, секундочку. Как ты говоришь, ведь прошу пронять, простить меня и помиловать. Вот так лучше покажу вам. Да, вот. Элма нижний 3, фэшн напишите. Вот турецкий флаг. Это обозначает, что турецкий товар у нас, девочки. Товар привозим только из Турции. Девочки у нас получили новые новинки. И пальто, платья, костюмчики, жилетки с юбкой. Очень много. Брючки, кофты красивых. И дальнейшее еще, надеюсь, с Тамарой до Нового года еще раз встречаться. Начнем, Тамара? Ну да, быстрее. Давайте. Вот начну с самого первого. Вот. Который костюмчик на мне, очень красивая модель. Брючек идет не короткий, девочки, видите, она у меня полностью обувь закрывает. Рост хороший. Самый маленький – это на мне, самый маленький. На Новый год, на корпоратив, пожалуйста. Ну, конечно, черный остался у меня в данный момент 2 штук, а с белой, с черным – последняя. Но я все равно решила показывать. Если у меня запросы будет, я их буду заказывать. Очень классно смотрится. Если честно, мне больше всего идет именно белым. На моем телеграм-канале можете посмотреть все модели, где мой размер. Я их на себя одеваю, показываю. Кому-то какой-то модель интересна, пожалуйста, пишите. Я обязательно примерю, покажу вам. Размеры. Вот самый маленький, единичка на мне. Как тройка на 58 спокойно идет. Цена 8500. Модель очень красивая, и ткань идет немножко поплотнее, не осенне-весенне, чуточку поплотнее, как бы на зиму очень хорошо. Вот еще новая модель, буквально только вчера получила, очень хороший, тоже ткань немножко поплотнее, как сиреневые цветочки. И вот здесь самый маленький размер, единичка, она как, ну, 52 точно есть. Немножко больше меркой, девочки. Она стоит 6500. Размере до 56. Так, покажу вам еще новую модель, как вязаный. Вот это вообще очень классная модель. Качество очень хорошее. Брюк идет как палация и не сильно длинный. Кто ростом выше, как 7-8, а кто ростом ниже, для них это будет как бы обычный брюк. У него еще поясок идет в комплекте. Ткань очень прямо хороший, такой плотный, и как тоненький вязка. Она в черном цвете, очень шикарно смотрится, черный. И такой, как она бежевый, цвет жемчужина. Вот черный тоже очень красиво. Размерчики идут от 48 до 54, девочки, до 54. Это вот 48 показываю вам. Цена 10500. Это магазин Клаудия, девочки. Очень хорошее качество фабрика у них. Покажу вам костюм от Парди. Это костюм с начесом. Тут и норма есть, и батала.
То есть от 42 до 58. Здесь идут с начесом. Такой плотный, такой хороший. Но парди, это уже многие знают, эта фирма очень хорошего качества. Цена 7500, девочки. Брючки идут вот такой легкий манжетик внизу. Размеры сказала. И еще покажу от парди ткань, как лакосты, но хорошего качества, девочки. Немножко поплотнее. Она не тонкая. Брюк идет как палаци. Это самый маленький размер, сейчас показываю. Это 48-й, но она идет большей меркой. Видите, как она 50-й спокойно пойдет. Это просто следы от вешалки, девочки. Я сняла с вешалки, поэтому так. До 56-го. Цена 7500, девочки. Костюм от Парди. Цвет только вот этот. И еще покажу от Парди еще одна очень красивая модель. Здесь у меня остался две последние, но и решила показывать. Тоже как лакосты. Ткань, ну, немножко поплотнее. Здесь как карго сделано брючки, там карманчики. Здесь рабочий кармана. И рост здесь не сильно высокой, девочки. Здесь вот можно как бы открыть, сделать прямые брючки, как бы можно и манжетиками сделать. Хорошая идея просто. И рукава чуть-чуть спущены. Очень хорошая модель. Цена 7500, девочки. Тоже от Парди. От Парди еще одна красивая модель покажу вам. Здесь идет двойка. Кофточка здесь, то есть брюк здесь идет, три нитка сзади, а спереди вот эта ткань, просто идет плотная ткань. Вверх здесь как в кнопочках бомбер и на подкладке. Размерчики здесь идут от 44 до 52, девочки. Не сильно большие размеры. Очень красиво. Уже продала несколько штук. Их у меня как бы три упаковки, если не ошибаюсь, я сбрала. Остался 3 или 4 штук остался. Очень хороший. И цена 10500, девочка. От Парди. Качество просто изумительно. Так, покажу вам костюм от Макс Мара. Так, она плотный костюм. Ткань очень теплый. Она без начеса, но сама по себе ткань мягкая, но там очень легкий начес есть внутри. И брючки, смотрите, идут на манжете, но сама по себе брюк широкий, не узкий. Очень красивая модель с капюшоном, как худи идут. Размерчика от 48-го, если не ошибаюсь, да, вот, да, от 48-го до 54-56-го. Спокойно пойдет. Цена 7500, девочки. Так, еще один модель покажу. Я этот магазин называю «Ангелом», потому что у них костюмы просто шикарно. У них еще рисунок как ангел, поэтому я называю их «Ангел». Здесь как молодежная модель. Брюк идет, высокая посадка. Там, если телеграм-канал перейдете, девочки, этот модель на худенькие девочки прямо одеться можете увидеть. Размерчики здесь от 40 SML XL, но S как на 44-й. Идут до 52-го, девочки, немножко большие мерки. А кофточка укороченный вариант. И тут у него ленточки, как бы можно затягивать. Как. И брючки тоже есть, такие вот ленточки. Цена 7500, девочки. Вот эта модель, размерчика сказала. Так, еще одну модель покажу вам от магазин Клаудия, очень хорошего качества. Этот костюм стоит 13,5. Девочки, я всегда стараюсь как бы не завышенную цену поставить, но нормальную цену хочу ставить. Вот этот костюм как бы стоит на это цена. Здесь конкретно большие размеры. Остался всего 2 штук, но я все равно решила показывать. Пока я Тамара ловила, вот, судоводе. Я много моделей, у меня платье, несколько моделей уже закончилось. Остался некоторые модели, 1-2 штук, все равно покажу вам. Костюм 13,5, размерчики от 50 до 58, но они прямо большие мерки, очень хорошие. Я его на себя не одела, но если кому интересно, могу примерить. Если будет у меня время, я примерю, покажу. Девочки, я работаю одна,
Бывает, что я не успеваю просто примерить, показать. Еще одну модель, девочки, на повторе. Кому не достался, кто мне заказывал, просил. Вот получила. Здесь конкретно маленький размер. Это самый маленький, эска, на 42-44. Мех натуральный, но он не снимается. Многие переживают, как их стирать. Это же натуральный мех. С ними ничего не происходит. Шубы же одеваем, под дождь попадаем, ничего же с ними не происходит. Вот. Спокойно наизнанку деликатной стирки можно и стирать. Не переживайте, девочки. Очень хорошая модель. Вот на повторе. Кому интересно, кто заказывал, кто просил, пишите. Цена 10500, девочки. Раньше было дороже, сейчас 10500. Так, покажу вам магазин «Ангела Тройки». Это тоже у меня в телеграм-канале есть на девушке. Посмотрите, здесь идет ткань хлопок велюр. Здесь 100% хлопок. В брючке идет, внизу сужается, классика. Размерчики от 46 до 54, девочки. Здесь очень хорошего качества кофточка, рукава 3/4 идут. И что самое удивительное, кто переживает стирать, здесь мех отстегивается, девочки. Мех спокойно можно снять. Она и рукава идет как бы полу летучей мышь. Она в бежевом цвете и в черном цвете. Вот, еще в черном цвете. В бежевом цвете 2 штучки осталось, в черном 2 штучки остались, девочки. Спешите, все товары ограниченным количеством, девочки. Там, если кому-то нравится, сразу пишите, я могу оставить для вас. Кто сможет приходить, примерит, вообще будет чудесно. Еще одно от этого же фабрика, тоже хлопок, велюр, в составе идет 100% хлопок, внутри все написано, надо будет, фотку отправлю. Здесь брючки прямые, здесь рост высокий, здесь внизу тоже идет как резиночку, можно затягивать, сделать манжет, можно прямые брючки. Тут ленточка по бокам, абсолютно не портит, очень шикарно выглядит. Кому не нравится длинный, спокойно можно отрезать. Потому что мерили, купили, я их знаю. Здесь тоже капюшон, мех отстегивается. У них цена 13,5. Тамара, забыла цены сказать. И вот эта модель 13,5. И этот модель стоит 13500. Как бы цена соответствует на товар. Еще одну модель покажу, она у меня последняя осталась, но все равно покажу. Я их уже 4-й или 5-й раз получила, повторе, девочка. Черный мне не остался, это у меня последний. 13500, девочки. Ну, уже все знают, много не буду говорить. Здесь размерчик 44 написано, это то есть большие мерки идут. На 52-й спокойно пойдет, девочки. Так, еще покажу вам тройку. Я его тоже 3 раза повтор сделала. У меня еще заказ вот лежит. Завтра отправлю. Очень хороший. Вот брючек у него. У него кофточка такая красивая. Смотрите. И сверху она идет, смотришь, как будто куртка. И ткань такая плотная. И капюшон отстегивается. Да, это как будто вот ветровочка идет. Могу даже быстренько на себя накинуть, чтобы вы посмотрели. Стоит 12,5. Они идут в упаковочке 2 штуки. 1-2. Смотрите, девочка. Ой, закрыла микрофон. 1-2 идет, девочка. Кармана. Вот. Это единички я на себя одела. Ну, то есть на 52-й. 50-52. У меня 52-й размер. 50-52-й где-то 2 на 54 спокойно пойдет, девочки. Очень хорошая модель, цена 12,5. Также, девочки, вам еще костюм велюровый. Это у меня новый, но у меня велюр всегда есть. Кому интересно, для новых подписчиков, девочки, мы каждый раз повтор не показываем, но есть у меня велюры разные, без стразов тоже есть, стразом тоже есть. Так, они, вот эта модель стоит 7500, размеры от 44 до 58, девочки. Есть еще большие размеры, очень большие размеры, до 70. Сейчас их тоже покажем. Вот там, да, правильно показываешь, там Тамара, там разные модели, девочки. Черный просто остался 1 штук, поэтому я его не показала. А синий только получила.
еще одну модель красивой. Кто любит верх подлиннее, девочки, очень много просили. Я просто в Турции у верх длинных красивых не могла найти. Вот что мне понравилось, это Эзе-магазин, кто их знает. Брючки у него идут прямые, как бы не достало показывать. Ну, вот, ничего обычного нету, идут внизу чуть-чуть сужается, рост высокий, высокая посадка. Кофточка идет рукава, прямо вот так, не сильно длинный и не короткий, вот как 7/8. Модель просто шикарная. Здесь конкретно большие размеры. От 50 до 56, девочки. Если кому-то нравится, могу на себя одевать, показать вам. Дорогие мои, хочу показать вам один модель. Сейчас кажется, что это старая модель. Да, правильно, модель старой. Их у нас было, да, дизайн новый, да, рукава сделали длинный, удлинили чуть-чуть. Я все время у них просила, девочки, на зиму надо немножко длинные рукава. Их у меня было горчичный, синий, черный, самый популярный. Хаки у меня даже две штучки. Стаса, Тамара, вот там висит, может, там люди вспомнят. Видите, там рукава идет покороче, как 7/8, для кого-то как 3/4. Вот здесь уже длинные рукава. Буквально только вчера получила. Пока фабрика только черным, синим цветом шила. Все, пока других нету. Размеры от 48 до 54. Каких-то видео я их одевала на себе, мерила, показывала. Цена 7500, девочки. Сейчас покажу вам супер баталы, девочки. Размеры от 58 до 70, девочки, идут. Очень большие размеры. Это удлиненный вариант. Его можно, я вот в этом модели предложила мужу, что давай его можем продавать отдельно вверх, отдельно брюк. Здесь идет как плашовка, можно затягивать, прямо такой красивый горлышко можно делать. Спинка тоже непростая, здесь кармана. Брючки идут просто внизу сужаются, классика брючки идут, вот кулиска, кармана. Это Эзе-магазин. Мне кажется, в Турции только из-за магазина шьют такие размеры. Я не нашла нигде. Очень хорошая модель. Размерчик я сказала. Цена 8500, девочки. Так, вот эта модель. Это тоже не совсем новый. Это старый модель. Королевский велюр. Размеры до 68. Брючки идут просто. Здесь стразики. Вот так вот по бокам идут. Прямые брючки, девочка. Большие размеры всегда идут прямые брючки. Тоже 8500. Так, покажу еще одну модель. Здесь идет хлопок, плечики спущенные, с капюшоном, на молниях и кнопочки золотые. Брючки просто высокая посадка. До конца расстегну, девочки, покажу вам. И прямые брючки. Здесь она в черном цвете и синем цвете, девочки. Очень большие размеры. Постараюсь, найду время, по мере на себя покажу. Конечно, она мне будет очень большой. Но кто захочет, могу даже специально для них примерить, показать. Цена 8500. Также размерчики от 58 до 68, девочки. И еще мой любимый велюр. Я без них никуда. Сколько лет на рынке, я их всегда продаю. Всегда самые популярные. В черном цвете, в этом модели, девочки, брючки идут на манжете. Внизу идет манжет. Пускай манжет вас не пугает. Она не совсем узкий брюк. Идет по свободным брючек. Кулиска, там кармана, круговая резинка. Мы первый год продаем, очень хороший, синий, красивый и черный. Цена 8500, девочки, я вам еще говорю, со скидочкой. Так они продают 9500, 8800, а я еще сейчас 8500 говорю. Кому интересны такие большие размеры, пожалуйста, пишите, сделайте скрин, объем груди мерьте, талия, бедра, где у вас проблема. Измерю, видео сниму, покажу вам.
Девочки, у меня очень большой выбор кофта, но я сейчас покажу вам именно, что новое. В телеграм-канале заходите, посмотрите, там все модели есть. Покажу вам сейчас только новые модели. Смотрите, девочки, она немножко укороченный вариант, они по размерам 36, 38, 40, 42, то есть самый большой 50, 48, 50. И ткань очень-очень мягкой, очень красивая модель. Уже продала, мерили, все в восторге. Цена у них 3800, вот еще в таком полосочкой, очень красивая модель. 3800, девочки, покажу вам магазин Перзоне. Вот это все они были Перзоне. Ну, кто знает, уже знает качество. Она здесь идет плотная вязка, мелкая вязка, немножко укороченный вариант. Качество просто супер, девочки. Тоже 3800. Размер, по размерам они 36, 38, 40, 42. Так, покажу вам козея. Забыла пакет снять, девочки. Белый я всегда закрываю, чтобы никто их не испачкал. Так, покажу вам белый. Эта модель мне очень нравится. Они не скатываются, девочки. Очень хорошие. Это козея фабрика. Так идет немножко как бы дырочками. Она очень хорошая, встречивает. Тоже по размерам. Они идут S, M, L, XL, девочки. До 50-го спокойно пойдет. Немножко укороченный вариант. 4,5, девочки. Это козея, что показываю, они все 4,5. Американо, бутылочный цвет и синий цвет. Размерчики здесь XL, 2XL и 3XL. Это большие размеры, то есть от 50-го до 56-го. И 3XL тоже есть, по-моему. Так, в этом модели у меня осталось две последние, L-ка, XL-ка. Тоже 4500, размерчики здесь чуточку меньше, чем там. Ну, 46, 48, 50 будет. Еще одну козея покажу. Здесь у меня последний остался, но я все равно покажу. Очень хороший. Она прямо мягкой и не скатывается абсолютно. Я с ним работала, еще стояли на 9-й линии очень давно, 5-6 лет назад. Потом как-то модель не изменилась, у них перестали взять. Но сейчас вот это новинки, вот я взяла. Может, даже дальше буду с ними работать. У меня вот сколько лет? 7 лет кофты их козея дома. Все, что я ношу, ни одного катышка в ней. Качество просто супер, это козея. Еще козея, вот такой жилетка, девочка. Остался две последние. Они по размерам. Очень классно смотрится. Мягкой. Здесь и ангора, и шерсть. Она мягкая, не колется, девочки. Так, от Парди покажу самые классные модели. У них горошек. Размерчика от 48 до 54. Здесь идет двойной как бы ткань. Ну, здесь как кипюр, сверху идет кофточка. В этот модель немножко укороченный. Классика брюком с юбкой красивой, шикарно смотрится. Цена 5500, девочки. Парди 5500. Вот еще парди. Ой, пакет забыла снять. Парди, вот покажи черный. Спинка идет как вязаная, девочки, вот. Такой нежный. А спереди вот это, здесь брошь. Его не хотите, можно снять. Она просто пришита. Она белым и черным цвете. Тоже 5500, девочки. Так, перехожу на леопардовый. Вот это у меня платье-туничка. 5500, девочки. 5800, но 5500, говорю, ничего. Это велюр. Это королевский велюр. Леопард. 4500, девочки. Так, у нас время ограничено, вот и тороплюсь. С горлышкой 5500, девочки. Валента фабрика, очень мягкий. Мы их в прошлом году продавали, но были без горла. В этом году сделали еще с горлышкой. Это осенние лепестки еще. Размерчики большие, девочки. От 50 до 56. Вот леопардовый. Вот это вообще шикарные, девочки. Вот кто брала у меня, они в восторге. Очень хорошие. Прямо мягкой-мягкой. Ни одного катышка не будет. Также цена 5500, девочки. Так, еще одно магазин покажу. Интерсам. Такие красивые кофта. Здесь они, здесь есть и норма, и баталы. А, то есть от 44 до 56.
Вот и здесь модель идет как с юбкой, классика брюком очень хорошо. Спереди чуть покороче, у него еще вот такая подвеска есть. Цена 4500, девочки. Так, покажу вам Ламакс, новые модели. Это у меня последние, но я, как и только у них появится, я их возьму. И вот этот модель. Очень хорошие модели, качество вообще просто супер. Цена 5800, вот это две модели, девочки. Размерчики также большие. У меня кофты маленьких нет, а только большие. Шикарная модель, 5500, горлышко висячее. Кому интересно, могу еще поближе показывать. Тоже большие размеры. Так, микровельвет сейчас очень популярно, но у меня разные цвета были. Как всегда, Тамара виновата, все закончилось. Только вот этот цвет у меня в данный момент. Вот еще, вот это у меня повторе. Девочки, кто заказывал, пожалуйста, пишите. Это у меня был немножко другой модель, я повтор не показываю. А сейчас просто с горлышкой получила. Очень красиво. И здесь, девочки, 4500. Вот этой модели 4500. Но есть у меня кофточки, вот эта фабрика, очень мало остался, 3,5. Кому интересно, спрашивайте, я вам все покажу. Тамара, давай сразу перейдем, брючки покажу вам, новые брючки. Микровельвет, вот эта модель 5500 показываю. Один модель только 6500. Вот. Цвет капучино, светлый коричневый, потому что она идет немножко толстой, поплотнее, а здесь чуточку потоньше, поэтому 5500. Размерчики от 48 до 54. Брючки спандекс, это фабрика, сейчас скажу, забыла название, чтобы правильно сказать вам. Многие спрашивают, эсперанто, да. Что за фабрика? Вот, спандекс. Размерчики также большие, от 48 до 54. Вот именно в этом модели еще чуточку меньше размеры тоже есть. Очень красиво, вот они все 5,5, девочки. Еще одну модель покажу вам, спандекс. Тут конкретно маленькие, но остался две последние. С манжетиком, очень красивый, тоже микровельвет, 5500, девочки. Пишите, скрин сделайте, кому интересно, поближе сниму, покажу. Еще одну модель, еще модельчика покажу вам. Мои любимые брючки, я их просто обожаю. У меня все родственники, все подружки, именно эта фабрика, вот эта ткань, она не скатывается, она форму не теряет. И кто животиком, полностью как утяжка убирает. Размерчик до 58. Это еще есть, они разные. Цена 5500, девочки. Просто здесь идет без карманов. Рост прямо хороший. Метр, до 1,70 м спокойно пойдет. Просто есть поуже, есть пошире. Видите, там чуточку разница. Если внимательно посмотреть, увидите. Еще одна новая модель. Тоже фабрика «Эсперанто». Классная модель. Круговая резинка. Веревочкой. Очень красиво. Практически они все большие размеры, девочки. Брючки очень много. Я не все показываю. Именно новые, что получила, покажу, показываю. Девочки, покажу вам еще платье. Очень классный, нарядный. К Новому году, пожалуйста. Размерчика от 48 до 54 до 56, девочки. Цена 9500 в этом модели. Она как плотный шелк. Такой хороший ткань. Вот эта модель мой любимый. Остаться последние две штуки. Здесь висит 52 и еще, если не ошибаюсь, 54 остался. Как бы у него уже никакие украшения не нужно. Очень красивый. В одном бок там идет разрезик. Очень красиво, и ткань идет плотный. На зиму прям очень хорошо. Вот это 10500, девочки. Еще одно платье. Нарядное, красивое, рукава необычная. Тоже остался две последние. Размер скажу. Это у меня 50 и еще 54, если не ошибаюсь. Платье очень красиво, девочки. Так, еще одно есть. Покажу вам. Пленочки не сняла. Вот. Вот, девочки, классная модель. Прямо кто не любит длинный вариант. Очень шикарно. Тоже скажут, все остался один-две. Две штучки остался. 50 и 54 размер, девочки. 9500. Так, и еще повтор, девочки. Кто хотел, вот получила.
вот который я из себя ставила, вот эта модель, вот это у меня сейчас повторе получилось 7500, девочки. Размерчик от 48 до 54. Классная модель, кто любит прямой модель, ткань прямо плотная, как будто велюр, как будто, но она такая очень красивая. Размерчик от 48 до 56 размера. Это модели 7500, девочки. И еще покажу не сильно дорогой, 5,5. Летом их у нас была эта фабрика, сейчас более на холодную погоду. Тут уже несколько моделей было, к сожалению, остался только 3 модели. Но я скоро их получу. Размерчик от 50 до 56, девочки. Длина прямо коленки закрывает. Ткань плотная, очень хорошая ткань. Стоит 5500, девочки. Девочка, хочу еще показывать вам несколько куртки. Это осенне-весенний. Очень красивый модель. Рукава идет не сильно длинной. Кто за рулем, пожалуйста. Их было несколько, но в данный момент только вот эти две. И вот это последний у меня остался. Стойковый воротник, мех. Очень красивый. Но мех, сразу скажу, не натуральный, но очень хорошего качества. Модель очень красивая, стоит 13500, девочки, размерчики, вот самый маленький я здесь одела на себя. Модель смотрится очень красиво. Пожалуйста. Вот, девочки, еще вот эту модель вам показываю. Она прямо модно, красиво, шикарно выглядит, слов нет. Девочки, покажу вам еще пальто у нас новые. Это фабрика Айсель. Самый маленький одела на себя. 44 маркировка, то есть 50 размер. Они идут размер. Она у меня чуть-чуть маленький. Очень классный. Это как барбер с капюшоном. Капюшон отстегивается. У него еще внутри еще идет мех. Девочки, это теплый, зимний. И у него такая фишка, как бы снимаешь, можно его сзади висит. Ну ладно, не буду показывать. Цена у них в этом модели 18800, девочки. Пишите, скрин сделайте. Надо будет, я еще раз на себя одену и вам хорошенько покажу. Девочки, еще одна модель тоже от Айсела. Размера от 50 до 56. Цена 18500. Очень красивая модель. Они идут не сильно толстые, девочки. Они легкие, но одновременно очень теплые. Минус 10, минус 15 спокойно можно носить. Капюшон отстегивается. Девочки, еще одна модель тоже от Айселя. Очень шикарный. У него еще поясок, но я его не завязывала. Тоже плотный, теплый, зимний. Телеграм-канал переходите, девочки, там есть модель, там все очень хорошо показано, видно. Очень красиво. Вот это то же самое, как тот пальто. У него есть вот эта штучка. Я там не очень хорошо показала. Когда в торговых центрах жарко, вот, сняли, и она у вас там на руках не таскает, вот она у вас тут висит. И спокойно можно ходить. Вот эта модель стоит 22500, девочки, и скидочка от меня. Девочки, еще одна красивая модель тоже от Айселя. Здесь конкретно большие размеры, самый маленький на мне, а на мне еще большой, это 56 размер. Они, вот эта модель идет до 60 размера, девочки. Два модели идет, такие очень большие размеры. Цена в этом модели 18500. Еще одну такую же большую покажу вам. Очень красивая модель. Вот эта модель стоит 23500, девочки. И тут у него вот стразики в одном на спине и в одном в ручке. Здесь идут кнопочки. Размерчики конкретно большие. Цена 23500, девочки. Капюшончик в этом не снимается, от которой на мне она снимается, девочки. Здесь длинный вариант, а вот в этом короткий вариант. И на рукавах есть еще, девочки, кулички. Можно как бы затягивать.
покажу вам, у нас время ограничено. Вот быстренько вот так покажу. Модель очень хороший. Здесь идут до 62 размера. Черным цветом большие, маленьких размеров только хаки цвет, в зеленом цвете. В этом модели 10800. Что сейчас показываю? 10800. Модель это тоже старая модель. И в прошлом году продавали очень красиво. Воротничок в мех. По бокам идет молния. Вот многие клиенты так помнят. По бокам рабочая молния. Цена 10800. Размерчик от 52 до 54, до 56. Еще одну. Вот это хотела показать девочке. Очень красивый воротничок. Мех натуральный. Она снимается. Вот это у нас было, вот сейчас еще новенькие, вот так покажу вам. Ну, кому интересно будет, поближе еще покажу. Надо будет, на себя одену, покажу девочке. Вот эта модель 15500. Здесь идет итальянский кашемир и подкладка, больше ничего нет. Это конкретно осенне-весенний, чтобы сейчас носить девочке. Девочки, показывают для новых покупателей. Вот это у нас еще в прошлом году было. Размерчика от 44 до 58. Девочки, очень классная модель. Куртка не сильно короткая. Попу закрывает. Кто ростом выше, половину бедра закрывает. Цена 9500. Вот эта модель буквально осталась у меня несколько штук, поэтому не показала. Но вот так Тамара попросила, что давай покажем. Это как барашка, но она теплая, зимний. Цвет жемчужина и черным. Цена 10800, девочки. И вот эта модель, это новый. Их у нас было жилетку. И сейчас пальто показала. Еще курточки есть. 9500, девочки. Кому нравится, сделайте скрин, отправляйте. Вот модель. Это у нас тоже старая модель, но самая популярная. Продаем очень хорошо. Тамара, и у меня еще шуба остался. Один последний. Кому интересно, где-то 50-52. Один жилетку покажу. Девочки, очень хороший, классный. Это фабрика Доларис. Очень многие знают, что за фабрика. Она стоит 10500. Жилетка у меня много, но не показываю. Надо будет, я сниму, специально для вас покажу. Хочу его на себя одеть. На вешалке она не так смотрится. Когда одеваешь, очень классно, необычно, шикарно выглядит, девочки. Смотрите, это самый маленький на мне. Это как 52 размер. Большой, самый большой, 56, 58 будет, девочки. Цена 10500. Девочки, проходите наш телеграм-канал, подписывайтесь. Подписывайтесь еще, Тамара Шик. Простите, в конце я немножко волнуюсь. Почему, сама не знаю. Такое ощущение, что я прямо перед вами живую. Вот и переживаю, волнуюсь сильно. Всем хорошего дня желаю. Спасибо, что посмотрели до конца. Сделайте свои мерки, особенно куртки, пальто. Девочки, всегда берите запас 2-3 сантиметра. Потому что пальто не обычный костюм. Пальто всегда надо чуть больше размерчик брать. Мерьте, скрин сделайте, жду. Не забудьте подписываться. И Тамара Шик, и Эли. Хороших, добрых встреч. Всем хорошего дня, девочки. Люблю вас всех, уважаю. До свидания. Ну что, дорогие друзья, вот побывала сегодня у Малика и Эли в гостях вместе с вами, поэтому добро пожаловать. Дорогие мои подписчики, Эля сегодня так старалась, бедненькая, аж запыхалась. Я с нее все соки выжила. Да-да. Тамара, забыли мы показывать распродажу, которая осталась у меня по одной, по две штучек. За 1-2 минуты быстренько пройдем, покажем. Девочка, только быстренько покажу вам. Тройку, последний один остался. В размерчик 56-54. Цена 6500, девочки. Еще черный, один последний маленький, 46-й. Последний остался, брюк идет эко-кожа, 5500, зеленым последний остался, тройка очень хорошего качества, шикарная модель, стоит сейчас 7500, девочки, вот модель 5800, размеры не говорю, вдруг могла ошибаться, кому интересно, спрашивайте, велюровый, последние две штучек остался, 7500,
6500. Девочки, наверху есть. Кому нравится, сделайте скрин, я вам цену скажу. Вот эта модель 5500, она еще с перьями есть. Так, вот эта модель остался последние две штук в черном цвете и синем цвете. Размерчик 46 и, если не ошибаюсь, 54, девочки, 6500. В этом модели последний белый, полностью белый, чисто 48 размер. Пожалуйста, там есть несколько, я, наверное, сейчас забыла, какие модели, но кому интересно, пишите, спрашивайте, я вам все поближе покажу, могу снять видео, показать вам, девочки. Ну что, дорогие мои друзья, ну и, конечно же, не забудьте поблагодарить Элю пальчиком вверх, поделиться, подписаться на ее телеграм-канал. И, конечно же, заказывайте, отправку делать по всему миру. Всем мира, добра и всем пока-пока. До свидания.